символ дикого континента. Медведи навсегда связаны с Северной Америкой. Это холодная, суровая среда, где полярным черным медведям и медведям-гризли нужно стараться изо всех сил. Каждый день это борьба за выживание. Они сражаются с силами природы, изменяющимся миром и друг с другом. Вдоль далекой реки в начале сезона бурые медведи ищут обильную пищу. Отважная семья сражается за лосей среди крупнейших медведей мира. В прибрежном влажном лесу древние ветвь черные медведи превратили свою генетическую мутацию в уникальное преимущество. А к северу белые медведи разрабатывают новые стратегии охоты, пока их мир стремительно теплеет. Старый медведь ищет новую добычу, а молодая семья натыкается на голодных медведей. Они – главные хищники этих мест и символ наших последних диких земель. Но эта граница дикого мира меняется, а медведи пройдут через испытания, до сих пор невиданные. Это мир, где в конечном итоге последним выжившим станет не сильный, а храбрый и изобретательный. Как выживают медведи? На полуострове Аляска с наступлением солнцестояния начинается миграция эпических масштабов. Проведя годы в океане, 1,5 миллиона лососей плывут на континент. Они плывут вверх по реке, навстречу смерти и повинуясь инстинктам. Ориентируясь по запаху, они по определенным ориентирам добираются до места рождения. А там они мечут икру, порождая новое поколение. Но каменистый уступ на реке Брукс блокирует им путь. Для истощенных лососей это величайшая преграда. Усевшись на уступ, везучий бурый медведь за день может поймать 30 лососей. По своей природе медведи-одиночки, они агрессивно защищают большие территории. Но слухи расходятся быстро. Вскоре вдоль этой реки могут собраться вплоть до 80 медведей. Для них рыбалка – это жизнь. За 6 месяцев им нужно съесть объем пищи, с помощью которого они протянут еще 1,5 года без еды. Сотни тысяч рыб пробиваются через пороги. Это явление привлекает одну из самых крупных популяций медведей в мире. В драку ввязывается мужественная самка. Она немедленно отступает на край реки, прочь от крупных самцов. И не зря. С ней 3 ее медвежонка. Они будут с ней более 2 лет. Будут учиться ловить рыбу и выживать. Чаще всего рождаются двойни, а особо выносливые воспитывают 3. Мужественная самка охотится здесь, среди крупнейших самцов. Они – непосредственная угроза ее молодой семье. Каждый день в этой игре с большими ставками она должна взвешивать с одной стороны риски, с другой стороны – вознаграждение. Пока бурые медведи пируют, на берегу собираются другие виды.
Они вынуждены быть вместе из-за тающего льда, а не из-за лососей на нересте. Это ежегодный ритуал в Гудзоновом заливе. Белые медведи должны проводить 4 месяца на суше. У них нет доступа к тюленям, их основному источнику пищи. Эта молодая семья настроена выжить. Но это не ее среда. В теплеющей Арктике ей сейчас придется ждать дополнительные 4 недели, пока не установится лед. Страдают даже крупные самцы вроде судьи. Каждый день на суше он теряет более 900 граммов жира. У белых медведей в жизни нет равновесия. Кольчатые нерпы – их излюбленная добыча. Арктическая весна – это пик их охоты. Эти медведи потеряют 80% своего питания в период с марта по июнь. Впереди месяцы лишений. Но пока они усиленно набирают вес. По сути, они такие толстые, что плавают на поверхности. В летнюю жару судья и другой крупный самец находят немного времени, чтобы поколошматить друг друга. Эти медведи будут часами бороться в воде. Сейчас время, когда им стоило бы сохранить энергию. Вместо этого они сражаются до изнеможения, без видимых причин, просто для удовольствия. Но не каждый медведь согласен ждать. Эта самка работает в Арктическом потоке. Она в поисках арктического гольца, северного родственника лосося. У нее нет 10-сантиметрового слоя жира, как у судьи. Но она борется за выживание в теплеющем климате. Рыбалка – это способ адаптации, который недавно обнаружили ученые. Стремительный ответ изменяющемуся миру. Наверное, самый успешный вид – американский черный медведь. Они выживают почти в любой среде обитания. От горной местности до континентальных низменностей. Эксперты в умении занять свою нишу – специалисты по возможностям, адаптирующиеся к любой ситуации. За исключением, наверное, присутствия других медведей. Самый малый из трех видов – черный медведь наполовину меньше взрослого бурого медведя. Но в канадских великих медвежьих влажных лесах на ряде отдаленных островов доминирует древняя популяция черных медведей. Их называют
Кермодские медведи. Они делят лососёво изобилие лишь с орлами и волками. Эти реки оставались довольно закрытыми. Каждая рыбина может обеспечить вплоть до 4500 калорий. Кердомские медведи могут позволить себе быть привередливыми. Они едят лишь самые питательные части лосося – кожу, мозг и икру. Высококалорийная диета обеспечивает их более крупные размеры, чем у сородичей на континенте. Тогда как бурые медведи собираются в группы, черные медведи любят уединение. Но есть медведи, которых одарила древняя мутация, и они выглядят как белые вороны. Этих кермодских медведей регрессивный ген. Один из 10 медведей рождается с белым мехом. Они не альбиносы, но такая цветовая причуда столь редка, что в природе их не более 200. Они известны как медведи-призраки. В отношении их есть древняя легенда. Создатель сделал каждого 10-го медведя белым. Способ отблагодарить эпоху ледников, эру до появления человека. Один медведь по имени Маа царствует на реке Кваа почти 20 лет. На свежем воздухе конкурируют как черные, так и белые медведи. У медведей-призраков получается лучше ловить рыбу. Лососю сложнее увидеть их белый мех, особенно при дневном свете. Они ловят на 10-15% рыбы больше, чем обычные черные медведи. По прошествии лет это преимущество приумножается. Маа – это отличный пример доминирования медведя-призрака и их особого места в хрупкой экосистеме. На порогах реки Брукс миграция лосося достигает пика. И каждый день прибывает все больше и больше медведей. К концу сезона многие из них будут массой по 1,5 тонны. Крупнейшие самцы выбирают лучшие места для рыбалки. Они просто ждут, пока к ним подплывет рыба. Другие вынуждены больше шевелиться. Подобное плавание – поиск рыбы под водой. Некоторые медведи бросаются и хватают рыбу, погружаясь в косяки лососей. По-видимому, надеясь на лучшее. Каждый медведь выгрызает себе место на этой оживленной реке. Сейчас мужественная самка вынуждена наблюдать. На порогах слишком много животных.
Обстановка накаляется. Не один, а десяток медведей наблюдают за каждым движением. Это неустойчивое перемирие. Оно базируется на языке тела и тихих звуках. По мере взросления медведи ввязываются в спор за места. За лучшие места очень большая конкуренция. Этот молодой самец раздвигает границы. Он не готов отступить. И когда он переступает красную линию, его ждут последствия. Мужественная самка наблюдает и собирает свое семейство. Они отступают в лес. Они желают отдохнуть и побыть в тишине. В Гудзоновом заливе царит летняя жара. Кусачие насекомые неумолимы. Самые крупные медведи претендуют на лучшие места. Судья застолбил скалистый гребень. Это крайне выгодное место с легким доступом к побережью и с океаническим бризом. Ранее считали, что лето — это время ходячей спячки. Может, даже время поста. Сейчас полагают, что медведи активно ищут калории. Ягоды, гусиные яйца, канадские олени и выбросившиеся на берег киты. Но пределом для медведей является открытая вода. Лето – время, когда жируют киты и тюлени. Около 50 тысяч китов-белух проводят лето в Гудзоновом заливе. Они в поисках теплых вод из устьев рек. Здесь с них сходит зимняя кожа. Они пируют за счет рыбных стай и воспитывают молодняк. Относительно беззаботное существование. Однако судья все изменит. Поймав волну, он направляется к стае. Киты гораздо быстрее и подвижнее, чем он. Ему нужна стратегия. Предвидя их действия, судья сокращает дистанцию. И в нужный момент он бросается. Может, он будет пытаться ранить детеныша и вытащить его, пока вода отошла. Но сейчас старому медведю приходится ждать и попробовать еще раз завтра. Не все охоты заканчиваются промахами.
Туша на берегу привлекла внимание нескольких медведей, включая судью. Белые медведи делятся едой. Доминирующие самцы позволяют более мелким медведям пировать рядом с ними до тех пор, пока демонстрируется надлежащее уважение. Решительная самка плывет вместе со своими медвежатами к берегу. Детеныши, которым меньше полугода, выживут и станут взрослыми. Она хорошо осведомлена об опасности, но готова пойти на риск. Решительная самка направляется к туше, как и группа медведей. Ее храбрость окупается. Что же касается судьи, его терпению есть предел. Вскоре он возвращается в океан, чтобы наслаждаться своей едой в одиночестве. На севере все чаще появляются туши китов. А медведи летом активно охотятся на белух. Это еще одна адаптация, которую фиксируют лишь последние несколько лет. Адаптация, которая пришлась кстати этому старому медведю. В великом медвежьем влажном лесу за своими владениями наблюдает еще один староста. Появление Маа как символ надежды всей экосистемы. Это морская среда, которая простирается на 6 миллионов 400 тысяч гектаров. Медведи-призраки, которых раньше ценили как трофей, сейчас являются защитниками крупнейшего в мире влажного леса умеренной зоны. Это жизненно важная среда обитания для малого полосатика, морских львов и касатки. Спокойное поведение Маа позволило людям прийти сюда. На протяжении столетий медведи-призраки приспособились к жизни у океана. Лишь недавно за ними последовали другие виды. В великом медвежьем влажном лесу процветают прибрежные волки. Они охотятся не только на оленей на острове, но также питаются лососем и моллюсками. Как и Маа, они не слишком боятся людей. Их основные конкуренты – медведи и касатки. На этой земле света и тени люди еще в диковинку. Мужественная самка перевела свою семью вниз по реке. Здесь безопаснее. Эта часть реки населена молодыми медведями и семьями. Другая семья застолбила за собой тихий изгиб реки. Ее молодняк наблюдает с безопасной высоты деревьев. А
Они изучают ее движение и ждут следующую трапезу. Когда она возвращается на берег, ее медвежата сползают к ней. На реке Брукс повышенная смертность медвежат. Только один из трех переживет первый год жизни. Крупные самцы, жесткая конкуренция и пороги с пенящейся водой – это опасное место для семейной жизни. Пока тихая семья ест, к мужественной самке тоже пришел успех. Но она знает, что лучшая рыбалка на водопадах, и она не довольствуется ролью наблюдателя. Мужественная самка набирается решимости и ведет своих медвежат вверх по реке. Эти медведи уже в два раза крупнее и могут справиться с незваными гостями с помощью смертельной силы. Это лотерея, но она готова попробовать. Вот здесь лучшие места для рыбалки. Она хочет, чтобы у ее детенышей были все преимущества. При их появлении все оживляются. Яркое напоминание о том, как много стоит на кону. Она осторожно продвигается вперед и бросается в эпицентр событий. Она хватает рыбину в метрах от порогов. Медвежата к ней присоединяются немного ниже. Она с ними делится. Медвежата едят быстро. Появляется больше медведей. Но вскоре путь к отступлению отрезан. Из тени великого медвежьего влажного леса появляется еще один медведь-призрак. Воительница. Уверенная в себе, доминирующая медведица. Но она готова бросить вызов Маа. Она медленно подходит и делает свой ход на языке медведей. Она выгибает дугой спину, пытаясь напугать престарелого матриарха. Голова опущена. Она делает первый шаг. Ноги напряжены для атаки. Маа пока держит свои позиции. Ее полномочия вскоре перейдут к воительнице. Но она пока не готова их передать. Это маленький ход в долгой шахматной партии.
Очень вероятно, что она потомок Маа и достигла половозрелого возраста. Вскоре воительница передаст свои особые гены маленьким медвежатам. Медведи-призраки с большой вероятностью будут спариваться с белыми медведями. Эта эволюция в реальном времени увеличивает их число и укрепляет их генетические преимущества. Вдоль Гудзонова залива ситуация накаляется. Молодой самец поймал жертву. Этот факт вскоре привлекает внимание других медведей. Летом тюленей немного. Для поимки добычи медведь рассчитывает на удачу и отлив. Белые медведи могут унюхать добычу на расстоянии до 25 километров, а один тюлень может обеспечить недельную норму калорий. Охотник отгоняет нежеланного гостя. Но все больше медведи чуют запах добычи. Вскоре на горизонте появляется судья, и медведь отступает. Но незваный гость тоже вернулся за добычей. Присутствие судьи отпугивает двух молодых медведей. Это не игра. Каждый молодой медведь борется за калории. Ставки резко растут. Появляется еще один. Его привлекает запах жертвы. Наконец, вмешивается судья. Он приходит и просто забирает то, что сейчас принадлежит ему. В меняющейся Арктике размер все еще имеет значение. С его приходом битва заканчивается. Охотник и незваный гость вместе уходят. Усвоен неприятный урок. В погоне за лучшей рыбой мужественная самка сейчас в самом сердце водопадов. Эту дерзкую молодую семью окружают самые большие медведи в мире. Демонстрация слабости не входит в число вариантов. Наконец, молодой самец осмеливается. Она отвечает силой. Она выступила против более крупного медведя, защищая свою территорию. Медвежата, как и всегда, наблюдают и учатся. Мужественная самка возвращается к молодняку. Она уводит их в безопасное место. Она уже готовится к следующему броску к водопадам. И еще урок для молодой семьи.
каждым днем ее медвежата становятся все более дерзкими. Они учатся материнской храбрости и изобретательности. Вниз по реке они оттачивают методы рыбалки, усвоенные на порогах. Может, даже повторяя некоторые мамины движения. У всех медведей есть ритуал драки понарошку. С самых первых дней они вступают в отношения, проверяют границы друг друга и борются за доминирование. Эти медвежата накануне ключевого периода их жизни. Мужественная самка в конце концов их выпроводит, так как она готовится к спариванию и созданию новой семьи. Но она преподала им ценные уроки. В свое время они тоже займут свои места на порогах. Лидеры молодого поколения. Мужественная самка и Маа готовятся к спячке, решительная самка ведет свою семью к побережью Гудзонова залива. Холод сигнализирует о начале ее охотничьего сезона. Их путешествие только начинается. В спячку впадают лишь беременные самки. Остальные должны охотиться всю суровую зиму. Этот вид адаптации особо выделяется среди трех видов медведей. К ноябрю быстро формируется лед. За недели, в течение которых залив замерзает, через эту зону проходят свыше 150 медведей. Юные медведи и самки первые приходят на берег. Их притягивает кромка льда. В течение короткого времени в начале сезона можно добыть тюленя и те столь необходимые калории. Вскоре лед станет слишком толстым, и охотиться станет гораздо труднее. Решительная самка будет вынуждена играть в шахматы, сторожить у водных окон, из которых тюлени высовываются подышать, и надеяться на удачу. Они обходят берег, прежде чем уступят его крупным самцам, вроде судьи. Решительной самке нужно добраться до льда и найти тюленей. Каждые несколько часов она кормит детенышей. Им нужно невероятное количество калорий. Время, когда появится сплошной лед, предсказать сложно. Этот момент может настать на 3-4 недели позже, чем обычно. Тюлень в начале сезона для нее гораздо важнее, чем для гиганта вроде судьи. А сейчас она должна убегать от шайки голодных медведей. Она пришла на берег, а там уже немало посетителей. Судья и другие крупные медведи уже зарезервировали для себя лучший пляж.
Они таращатся друг на друга. Каждый из них по размеру в два раза больше молодой матери. Каждую осень самцы сбиваются в группы на несколько недель и борются. Эти бои понарошку могут установить жизненно важную иерархию в период жизни на льду. К весне они будут сражаться за партнерш. Их бои приведут к серьезным ранениям, а порой даже к смерти. А сейчас никто серьезно не пострадал. Но все равно это устрашающее зрелище. У решительной самки трудное положение. Битва гигантов блокирует ей путь ко льду. Она отступает к скалам и находит там зону комфорта. Решительная самка не готова уступить. Ей нужно как можно скорее начать охоту. Но два крупных медведя продолжают бороться. Они устали, но ни один не собирается уступать. Ей нужно кормить семью. Крупные самцы могут выжить без пищи год. Но кормящей матери нужна еда, чтобы производить молоко. Пока судья господствует над территорией, решительная самка ждет подходящего момента. Медведь и медведица оба доминируют, по-своему сталкиваясь с вызовами меняющегося мира. Их мир меняется гораздо быстрее, чем мир других видов животных. А их воля к жизни будет подвергнута серьезным испытаниям, ранее невиданным. Медведи живут в мире, где все вызовы принимают в лицо. Это мир, где они должны адаптироваться к новым возможностям. Воительница передаст ген, который, возможно, спасет ее вид. Мужественная самка вырастет доминантных и смелых медведей. А решительная самка будет бороться с меняющимся миром. Все медведи Северной Америки уже демонстрируют, как они могут адаптироваться к изменениям. Они демонстрируют изобретательность, которая поможет им удержаться на вершине пищевой цепочки и обеспечит им место среди выживших. Программа к показу подготовлена компанией SDI Media в 2019 году. Перевод Владимира Зиньковича. Текст читал Владислав Букин.